Накануне Рождества конный клуб «Пегас» в агрогородке Клейники стал местом проведения веселого праздника. Воздух здесь по-волшебному искрился от радостного смеха и задорного настроя детворы и взрослых. Главными героями торжества были не Дед Мороз со своей внучкой, как могло бы показаться на первый взгляд, а дети. Они вместе со сказочными персонажами проводили веселые игры, пели новогодние песни и водили хороводы. В этом году мы решили совместно с конюшню «Пегас», на которой мы сейчас находимся, помочь деткам малообеспеченным и деткам-инвалидам. На конюшне этим занимаются ежегодно. Мы подключились первый раз в этом году. Веселый праздник не ограничился только песнями и танцами. Были здесь вкусные угощения и подарки. Добрый волшебник и его помощница выслушали стихи, подготовленные ребятами, и в награду вручили им сладкие подарки. Рождество! Светлый праздник Рождество! Белый снег, как милость Божья, день, что дарит волшебство. День, что дарит волшебство, верь, оно случиться может. Проведение вот именно подобных мероприятий, праздников, особенно благотворительных, это прежде всего такая отдушина. Это, видишь, искрящиеся глаза детей, когда перед праздником дети ждут этого праздника, этого состояния, это самое главное. Хотелось подарить яркий праздник, красочный, чтобы было интересно прежде всего детям. А интересно было не только детям, но и их родителям. Каждый смог поучаствовать в волшебном празднике. Нам здесь всегда все очень нравится, всегда. Мы уже не первый год приезжаем сюда. Девочке нравится, на лошадках ездить очень нравится. Ну и вообще обстановка здесь всегда очень хорошая. Коллектив приветливый. Все классно, всегда происходит. Очень все хорошо. Очень нравится, да, да. А что тебе Дед Мороз подарил? Ну что же это такое? Мне подарили мед, подарок с Красного Креста и конфетки. Хороший праздник. Спасибо организаторам, молодцы. Много лет, были всякие поздравления, но в этом году как-то так вот по-своему интересно. Конечно, не обошлось и без главных героев конного клуба. Красивые скакуны вместе со своими отважными наездниками ждали гостей, которым была предоставлена возможность прокатиться на лошадях. Такая забава пришлась по вкусу всем без исключения, раскрасневшимся на морозе мальчикам и девочкам. Рекомендуется просто общение с животными, с домашними животными. Чем крупнее животное, тем больше эффект. Помогает детям, дети с нарушением речи, развязываются языки, разговаривают, с координацией движения, кто нарушение, и с аутизмом много. Помогает, есть, и, конечно, не вылечит этого ребенка полностью, но помогает очень, дети развиваются, общаются. Рождество Христово – время волшебства и доброты. В эти праздничные дни так и хочется поделиться радостью с другими и подарить им немного своего тепла. А они обязательно ответят тем же. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.